Значит, в мае месяце тебе принесли универсальную повязку. Да. Потом что ты купила? Потом в июне? Я купила в июне, я уже не знаю, по очередности, купила подушку. Одеяло, по-моему, ты бандана, купила. Бандана, повязку, одеяло, фиолетовый коврик и подушку. Угу. Я уже забыла, что. Накладку. Угу. Да, груди. Бюст, ага. Что-то много. Ага, много. Да, все понятно. Много. Так, и вот сейчас у нас июль месяц, да, начало июля. Июля, да. Собственно, прошло в сумме, ты в июне ко мне приходила, значит, все вот это, когда ты много месяц. Накупила, месяц где-то, месяц. Да, даже, может, меньше месяца. Да. Итак, давай с тобой поделимся, что же происходит, какие перемены. Первые волосы, то, с чем ты пришла сегодня. Да, вот сегодня уж контрастно я заметила, что волосы у меня потемнели. Да. А затылок особенно. Ага. Спереди осталось вот чуть-чуть вот белизны этой. Да, совершенно верно. Пользуюсь одеялом, как капсулой. Ага. Но не каждый день. Ага. Ну, очень жарко сейчас, потому ну, да. что. Угу. Значит, бывает, что 2 дня подряд, бывает 3 дня подряд. Ага. Ну, тяжестей каких-то очень сильных этих эмоций по осложнению или по, как сказать, правильно. Ухудшению, обострению. А по обострению я не было. Не было. Угу. Так вот тихонечко я ощущала в пояснице немножко, особенно с левой стороны, тазобедренной вот эта область. Вот. Ну, и я даже не знаю, как сказать еще. Очень сильное ощущение в шейно-грудном отделе. То есть улучшение. Улучшение просто семимильными шагами идет. Бандана и вот этот хвостик у меня все время мокрый. Подушка под головой и под плечами, она все время каменная. И угу. наволочка мокрая. Это вот постоянно, пока это не исчезло. Так, теперь расскажи, пожалуйста, вот твою историю, что у тебя было с зубом глазным, вот, и какие сейчас ощущения, то есть что ты много лет чувствовала и что сейчас произошло? Очень много лет чувствовала, это примерно 50 лет почти прошло, ну пусть даже 45. У меня была трепанация глазного зуба, вверху, да, конечно. Вот. И после этого, значит, она мне очень сильно канал пропломбировала, что у меня вылезла киста прямо через десну вот этого цемента или там содержимое это. И с тех пор я так поняла, что она мне пробила пазуху. Вот. И с тех пор начались всякие осложнения. Отеки, были отеки и лобных пазух, моментально вспихивал этот отек и ручьем выделение. Я с этим замучилась. И этот супрастин, чего только не назначали. Потому что ну никак, у меня уже настолько голова болела, что никакими методами я не могла эту головную боль снять. Голову можно было куда-то отправить отдельно. Угу. И вот после, вот пользуясь микросферами, я это очень ощутила. Обострилась боль в левой пазухе. Просто при пальпации была боль колючая, как будто мне иголкой туда колют. И вот в течение 4 или 5 дней эта боль стала утихать, и она ушла практически. Я была поражена вот этому результату. Я говорю, что 45-50 лет я это терпела. И вот в результате того, что я в таком состоянии была, у меня и ухо, и вот эта скула, и все время боль в виске. Вот слева сторона головы, это постоянная боль была. А тут вот это у меня все ушло практически. У нас с возрастом обычно начинается такое недержание мочи. То есть мы долго не можем совершенно терпеть. Это ужасно. Мы боимся выйти на улицу, специально не пьем, потому что ну, это бесполезно. Вот. Скажи, пожалуйста, заметила ли ты и в этом плане какие-то перемены? Да, я очень заметила. Я перестала ночью вставать. Угу. Вот это в течение вот этого месяца.
Ну, я сплю и на матрасике, у меня этот фиолетовый матрасик, да, и с этим одеялом, и, значит, подушка на себе еще. Вот я очень счастлива. Угу. Отлично. Это такое очень большое неприятное ощущение, угу. Потому что никуда далеко не поедешь. Да, да. И это ужасно. Особенно в Москве. Да. Я еще хотела тебя спросить, у тебя не прошло до конца, но у тебя явно есть перемены, и ты чувствуешь, что к лучшему, связанные с кишечником. У тебя грыжа кишечника, ты говоришь, да? Да. Вот, то есть какие не у тебя ощущения? А желудка. Желудка, да. Вот. Какие у тебя ощущения при этом, и что ты сейчас чувствуешь? Было состояние такое, вот в круговую, все время как-то распирание какое-то. Распирание, может, даже и газы были, да, выходили. Но дело в том, что сколько бы я по количеству еды не съела, у меня была все время какая-то тяжесть. Сейчас и распирала вот и в бока, и сюда, и в спину, естественно, откуда боли в поясничном отделе, я так понимаю. Сейчас это уменьшилось в разы. Просто я не ощущаю такой вот резких перемен. Оно успокаивается гораздо, это очень заметно. Это для меня очень хороший результат. И ты думаешь, результат этого всего еще, вот ты говоришь, я гуляю на прогулке, что ты чувствуешь? Ну, спину. А, спину, я хожу уже с прямой спиной. А то была полусогнутая. Я прямо бодро, вот вся моя грудная клетка освободилась просто от этой боли, от этих неприятных ощущений. Отлично.